Ну а сегодня у нас шикарная норма. Это статья 38-я «Проникновение в жилище или другое владение лица». Там в самом первом ролике, когда я рассказал про общее, скажем так, положение по полицейским мерам, я говорил, что их разделили как-то не совсем корректно. Что некоторые, вот как я считаю, принудительные меры, они почему-то поставлены в разряд превентивных. Вот непонятно, из чего они исходили. Вот предыдущая, например, статья «Задержание», она, ну как она превентивная? Непонятно, она не превентивная, она принудительная фактически. Ну то есть в какой-то части она может быть превентивной, чтобы там человек что-то не сделал, а в какой-то мере уже как бы она и принудительная. Потому что вот задержание есть задержание, вы как бы не можете отказаться от задержания, вас задерживают, это применение силы и т.д. и т.п. и спецсредства иногда. Вот тоже касается у нас и статьи 38 закона о нацполиции, но она как бы, эта мера не превентивная, она принудительная, то есть залезли к вам в жилище, либо там опять в тот же самый автомобиль. Я уже много раз об этом говорил, если к вам влазят в автомобиль, вторгаются, да, проникают, то основания для этого такие же самые, как и для проникновения в вашу квартиру, вы должны понимать. Но, как мы видим, у нас полицейские проникают в автомобили, когда хотят, там, не показал документы, все, получай. Это незаконно. Статья 38 говорит нам лишь о трех случаях, когда полицейский имеет право без решения суда проникнуть в транспортное средство, либо в иное владение лица, в жилище, да, и прочее, прочее. Много раз я уже повторялся по этому поводу. Только три ситуации, когда он может это сделать законно. Для спасения жизни людей, которые находятся в автомобиле. Для прекращения уголовного правонарушения, но никак не административного. И для задержания преступника. То есть лиц, которые там подозреваются в уголовных правонарушениях или преступлениях, как это можно сказать одним словом. Часть вторая данной статьи нам говорит о том, что проникновение полицейского в жилье или другое владение лица не может ограничивать его право пользоваться своим имуществом. Если даже вот, законно полицейский проник в ваше транспортное средство, очень часто они потом, например, делают эвакуацию, хотя вы имеете полное право своим имуществом, скажем так, распорядиться таким образом, чтобы оно не уехало на эвакуаторе, чтобы там приехал ваш друг, знакомый, родственник и уехал на нем. Поэтому нельзя, как у нас вот любят, если уже типа залезли, то уже и эвакуация, там 130-ю, там еще чего-то лепят, 185-ю, что хотят. Но норма прямо запрещает полицейскому ограничивать право пользоваться имуществом. Потому что проникновение ну, совершено с другими целями, а полицейский, скажем так, нарушая эти цели, может еще и каким-то образом не дать вам возможности пользоваться своим имуществом. И третья интересная часть данной статьи говорит о том, что о применении указанной полицейской меры обязательно составляется протокол. Я на своей практике еще не видел ни одного протокола о проникновении в автомобиль. Вот, ну, мне непонятно. Ну, как бы, мне это понятно, если так по-хорошему взять. Если они сами подпишут, что я вот проник. А что он напишет? На каком основании? У него три основания только. Он не может сюда вписать какое-то четвертое, пятое, шестое, то есть иное. Поэтому и протоколы такие не составляются. А если составляется протокол, то опять-таки действие произведено, протокола нет. Нарушение? Конечно, нарушение. Ну и, конечно же, потом это можно квалифицировать, как я вам уже много раз говорил, как статью 162 Уголовного кодекса, а именно незаконное проникновение в жилище, либо иное владение лица. За что я, в общем-то, вот и бьюсь, я вот пытаюсь во всех таких случаях, которые я вижу, каким-то образом помогать людям, ну и заниматься вот своим делом поковадло, чтобы мы наконец-то добились того, чтобы какой-нибудь полицейский все-таки получил уголовную ответственность
за то, что он лезет в автомобиль. Просто так. Ну, фактически просто так. Там, по админке. Нельзя по админке лезть в автомобиль. Об этом я говорил уже много раз. И если мы этого добьемся в каком-то деле, я надеюсь, что это отобьет у многих желание лезть в чужой автомобиль. Ну, на этом все. Всем пока.